В Токмаке на 10.00 явка избирателей составила 7,53%. Об этом на брифинге сообщила председатель ТИК города Токмок Джилдыз Молдогазиева. По ее данным, всего в окончательном списке избирателей зарегистрировано 38 100 человек. Вне помещения проголосовали 203. На избирательных участках на 10.00 – 2866 избирателей, отметила Джилдыз Молдогазиева. Напомним, сегодня в Бишкеке, Аше и Токмаке проходят повторные выборы депутатов городских кенешей. Общее количество заявлений, которые поступили на данный момент, это 13 заявлений. По 10 из них вынесены решения, такие как было вынесено 2 письменных предупреждения политическим партиям, 1 письменное предупреждение кандидату, было выписано 2 штрафа 2 политическим партиям. И по решению Токмакской территориальной избирательной комиссии 2 кандидата в депутаты были, у них был отказ в регистрации.